Живые изгороди в первую очередь должны появиться в зонах гостеприимства, ну а после заменить заборы и в спальных районах Сочи. Эта программа не одного года, рассчитана она на ближайшие 5 лет, ведь ее реализация зависит от скорости роста кустарников и деревьев, которые будут служить изгородью. Поручение есть Анатолия Николаевича, что нужно сделать определенную программу, чтобы эти живые изгороди выросли, может, в течение 3-4 лет, и ограждение убрать. Задача стоит таким образом. Те люди, которые имеют возможность посадить зеленые изгороди на своих территориях, они будут это выполнять. Там, где невозможно это сделать, будет делать муниципалитет. Живые изгороди должны заменить не только небольшие ограждения, но и глухие заборы. Это не только украсит город, но и улучшит микроклимат курорта, уверены авторы проекта. На совещании даже предложили внести изменения в правила землепользования и застройки Сочи для того, чтобы некоторые виды ограждений в гостевых зонах остались в прошлом, и им на смену пришли красивые и экологичные изгороди из живых растений.